Мурочка. Мура, мура, мура. Мурочка. Хорошая девочка. Ты хорошая девочка. Море, море. Градов, ты что, уже снимаешь? Ёшкин ты кот, опять без предупреждения, чтоб ты мне была здорова, ты и твоя засада. Короче, друзьяки, всем привет, с вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. А на улице весна, да? Ребята, сегодня будет весенний, долгожданный, не знаю, как у вас там. Но я такое чудо жду целый год. Весна, молодая картошка, зеленый укропчик. Короче, все, ну, вот эти вот обыкновенные мелочи, которые нужны для полноценного счастья. Ой, а счастье, слушай, куда ни посмотри, оно кругом. Погода в Одессе, мама дорогая, апрель таки шикарный, весна разгоняется. Ты уже слышишь, да, там что-то шипит, а это значит, что Липован собрался готовить. Короче, сейчас я введу вас в курс событий, что мы там будем сегодня делать. Чудить, как всегда, короче, наполнять вас одесским хорошим, шикарным настроением. Я отправлю картошечку. Молодую, купленную на привозе. Чтоб ты у меня была здоровая. Так она интересно нам продала. Эх ты, красота. Да и вообще все ребята, которые, подожди. И Виталик, и Светы, и Лиды, и Анечки. Все те, кто стоит на привозе и торгует вот этой красотой. Ребята, таки вы задаете настроение на весь мир. Чтоб вы мне были здоровенькие. Люблю, целую, обнимаю. Давай, до скорых встреч на привозе. Ох ты, что я пока тут с тобой гутарил, у меня уже вода закипела. А ну-ка отойди. Тебе, пожалуйста, оператор. Немножечко присолить, чуть-чуть, и отправляем картофан. Вот так вот целиком я его аккуратненько под краником ручками помыл. Вот все, что отмылось, а остальное пригодится, такие витамины. Эх ты, оператор сегодня будет быстро, и обед тебе гарантирован еще и вкусный. Так, это сюда, ну что, понеслась? Угу. Салатик делать? Подготовим селедочку. Ой, оператору приехал подарок. Лариса Петровна из Кривого Рога. Чтоб она были здоровенький оператор. Ну скажи ты хоть спасибо, ёшкин ты кот. Молчишь сегодня как селедка на привозе. Спасибо большое. О, от души. Так и заговорила, смотри. Катюши с ленточками. Оператор, как ты любишь. Ленточки, беленькое все. Красота прекрасному оператору и музе Одесского Липована. Мама дорогая, серп, давай, сегодня подарки ты еще не открывал. Что там тебе приехало? Духи? Нет. Ты что, знаешь? Да, догадываюсь. Аккуратненько, тихо-тихо, не разбегаться. Да-да-да-да. Ожерелье? Сердце. А ну-ка. Ёшкин кот. Опять запаяли. Смотрим, проверяем. А ты говорила, подарки тебе не шлют. Мне очень приятно. А ну-ка вылазь. Чудо ты, мамина, мама дорогая. А ну-ка. Это заяц до пары, которого ты искала? Катюша? Таки комплект. Да. Обалдеть. Смотри-ка, у него мордочка симпатичная. Да-да-да. Как у меня. Красота. Ёлки ты палки. Еще и с автографом. ЛФБ. ЛФЗ. ЛФЗ. Так. Зайца на видное место. Иди сюда. Смотри, чтобы не упал. Чтобы не сбежал? Да. Не, все, в надежном месте. Так, это оставляем, это забираем. Коробочку тебе на память. Огромное благодарю. Чтобы вы нам были здоровенькие. Ух ты, мадам. Смотри, сюда. Так, а ну-ка, ну и в баню. Аккуратненько. Вот этот весенний огурчик. Вот этот замечательный шикардос. Таки для вас. От Липована.
чтобы вы нам были счастливы, здоровенькие, всегда улыбались, и дети вас радовали. Правильно? А у меня еще созрел один привет от детей. Стоять, сейчас передам. Дорогая мама Людмила, поселок Лотиково. Да. Хочу передать вам привет от ваших детей, от Коли, короче, от всей этой честной банды. Будьте счастливы, дети у вас замечательные, обалденные. Вчера сын подходит, Липован, чтоб ты у него был здоров, передай маме привет. Я говорю, братик, ну что ж тебе разве откажешь? Я от всей души всегда всем передаю привет. Не на все приветы у меня хватает слов. Ну вот, в общем, мадам, привет вам из Одессы. Друзьяки, вам, как всегда, крепко пожал руки ваши крепкие, золотые, дорогие, мужские. Короче, давай, хорош трусить, погнали работать. Смотри, Дунайка во всей красе, голубая это наша радость. Просто тунец молодец, куриц по сравнению с этой вот прелестью. Так, две селедки есть. Сейчас распущу их на филе. Чуть-чуть там подкарбую и обжарю на сковородочке. А гарниром, ты уже знаешь, будет молодая картошка и салатик с редисочкой. Класс. Понеслась. Серп, что, твоя работа? Давай вот так вот сейчас. Недолго баловаться. Быстренько шмальнем селедочку. Головы мурки? Обязательно. Надо было. Чудо наше. Сейчас я Но. Иди сюда. На тебе деликатес. Ты Галя балованная. Она кушает потихоньку. Правильно. С такой красотой торопиться нельзя. Ёшкин ты кот. Смотри, как оператор. Все элементарно и просто. Опача. Все, филеечка готова. Все. Я пока тут занимаюсь ерундой, иди цветы поснимай. Там птички, кстати, нам птички уже прилетали. Они уже улетели. Да? Наелись и улетели? Да. И ненадолго подарит прибой. Я после нашей встречи с господином Гришко так и пою теперь и днем, и ночью. А то ты до этого не пел и днем, и ночью. Муслима Магомаева. А, ну разве что не только Муслима Магомаева. Да, я вообще все пою. Есть там пишут Липован, тудой-сюдой, ты не певец. Да, я не певец, еще и не повар, чтобы все понимали. Вот это я сейчас вас, да, распечатал по полной программе. Тракторист с хорошим настроением. А то, что пою, ну вот душа захотела, как и готовка. Вот захотелось приготовить, друзьяки, таки для вас стараюсь. А я знаю, что вы смотрите меня со всего мира. Где-то у кого-то там картошкой молодой не пахнет. У кого-то еще не подросла. Да, кто-то о ней просто в сладких снах мечтал. Таки для вас, ребята, сегодня стараемся, исполняем по полной программе. Ну а ты, в свою очередь, как всегда, можешь и не подписываться. Просто смотри с удовольствием. Давай, будь здоровчик. Подарит прибой, молю. А ты пинцет взял себе? Меня. Да, конечно. Ты что, оператор, мне этих пинцетов торговать могу. Но я просто не вижу его здесь. Маленький. Аля-улю. Слушай, сегодня будет ювелирная работа. Буду вынимать, короче, делать шикарный маникюр нашей селедочки. Дунайской. Так это такая мадам, за которой хочется ухаживать. Угу. Ну, прелесть, а не девушка, хотел сказать. Прелесть, а не рыбка, правильно? Угу. Ты сегодня какая-то у меня загадочная. Да, весна на дворе. И что, у тебя там затикало? Где у меня затикало? Ну, во рту, раз ты молчишь так. Нет, не затикало, Сережка. Все нормально, понятно? Да, не волнуйся. Хорошо, молчи и наслаждайся весной. Вот я именно это и делаю. Птицы поют. Слышно? О, Снегирек, а ну давай в будку. Смотри, какой отрепетированный. Молоча. Взял хлеб и убежал. Взял хлеб. Ничего, приживутся. О, как птицы поют. Слушай, обалдеть. Ты прям кудесник. Ну, очень такой. Даже у меня получается. А ну, ты, Рисфедер. Давай щипайся. Я даже не думала, что ты умеешь такие мелкие. Косточки доставать? Да. Эх ты, оператор, ты меня плохо знаешь. Домашнее задание тебе задаю. Какое? Изучить Липована. То, что мне надо, я знаю, не волнуйся. Ладно, прелесть моя. А то, что не знаю, я тебе расскажу. Вот и замечательно. Согласен. Так они жили, не тужили. Ч
Слушай, удобно. Спасибо огромное. Мои дорогие любимые подписчики, подгоняете ли по вану чудо? Катюня, еще вчера мы завтракали яйцами у Светы. Да? Покупали селедочку. А я же тебе говорил, что тебя ждут деликатесы. И все, и сегодня в этой же сковородочке будем жарить... Дунаечку. Дунаечку. С ароматами яичницы с привоза. Так, ну все, шикардос. Бабах-трахбах. Сейчас я ее по-липовански покарбую. Это как? Как карася. Мелко? Да, такие ай-яй-яй маленькие насечки. Ну давай. Серп, тебя ждет ювелирная работа. Это вкусно? Жареная селедка? Да. Мы же только недавно исполняли 8 блюд, там была жареная селедка. Ты что, уже забыла? Ты мне не давал пробовать. Так молчи! Селедочка сама по себе жарится очень быстро. А вот когда ее так вот покарбуешь, по-бессарабски, короче, только макнул на сковородку, уже переворачивай и садись за стол. Сейчас мы ее чуть-чуть нарядим солькой. Шкуру не надо снимать, да? Катюш, это же не молодая картошка. В селедке едят все. Mm-hmm. Ты же знаешь. Нет, я не знаю. Ну просто прелесть. Смотри. Какие разрезы ювелирные. Вот серп молочага. Друзья мои хорошие, пишите в комментариях под молодую картошечку. Вот что вы там готовите. Вот будет очень интересно. Кому что. Я вот считаю, что вот селедка дунайская с этим комплектом такие... Брат и сестра. Ну а там, если что-то есть интересное, пиши, я с удовольствием почитаю. Да-да-да. Погутарим с тобой в комментариях. Можно посмотреть? Да посмотри. Я потыкал, она еще немножечко сырая, как раз у нас есть время. Поиграться с селедкой и с салатиком. Угу. Смотри, селедочку я нарезал. Досочку сполоснул. Чуть-чуть сольки, буквально немножко. Вот так вот. Для радости больше, я бы сказал. Ферштейн? Угу. Это на каком языке я сегодня говорю? На немецком. О, еще и немецкий знает, ты видишь? Так, все, прибацали буквально с леганца. Лежи, отдыхай. Ага, иди помой. Хотел сказать, дай пять или обнимемся, давай. Пойду помою. Давай, потом обнимемся. Мой дорогой любимый серп. Эх ты, давай до свидания. Выход. Хугачи для липовачи. Эх ты, японская радость в руках липованских. Давай, сегодня есть овощи, значит, есть нож для овощей. Он же японский накири, правильно? Катюня, о, миску забыл, вот она лежит. Сейчас будем исполнять. Так ты что, даже не знаешь, что куда тут приготовить? Маленький стол, да? Ну ничего, поместимся. Капусточка молодая, с привоза. Так ты что, боже мой. Иди покажи, как она выглядит в разрезе. Сейчас кайфанешь, ты такого еще не видела. Опача, один в один. Смотри, это не блеск, это просто вот так вот сияет здоровье, ты понимаешь? Да. Прелесть. Половинки хватит. А вторая половинка кому? Мне. Я думал, маме. Эх ты, дочка. Мы же маме целую купили. Ничего, пригодится еще. Смотри, что это чудо делает. Шинковки отдыхают. Так, все сюда. Все, вот и разобрался с капусточкой наш ножик. Хочешь кочерышку погрызть? Да, давай. Но ее надо почистить, что ты мне даешь. У меня Галя балована, я бы такую грыз. Ну, грызи тогда сам такую. Подготовил. Грызи, грызи сам. Такую. Ну, а тебе ручная работа. Чупа-чупс от Липована. Только мне, пожалуйста, аудиторию не глуши. Хорошо. Ты меня глушишь? Я представляю, что там люди сейчас. Ребята такие, простите ее, но имеют вот такой интересный, замечательный аппетит. Как самая настоящая одесситка, да? Угу. Жует и не стесняется. Таки на здоровье, любовь моя. Оператор, вот эти овощи замечательные. Вчера на привозе лежали, сегодня у Липована, а?
Так и знают дорогу, где им будет вкусно и полезно. Ты доела уже кочерыжку? Я хочу тебе уже морковку дать погрызть. Ой, не морковку, а огурчик. Угу. Будешь огурчик мой? Я в салатике. Грызь. А так не хочешь? Нет, спасибо. Отведать. Ты веришь, да, что купили мы вкусное, свежее, настоящее, угу, замечательное, привозное, домашнее. Обалдеть. Шо? Привозное, домашнее. Ну да. В Одессе что, не выращивают? А область... включая Килийскую, Ренийскую, Измаильскую, Татарбунарскую, Коносовскую, короче, все-все-все областя, включая маяки, да, ребята наполняют Одессу такие реально здоровьем. И сняхами со всех сторон. Вы прям как два брата-акробата. Кто, я и Хугачи? Нет, ты и то лицо, которое напротив тебя. Напротив, напротив, это надо вперед смотреть. Вот тот липовый, ага, или моряк? Ну, больше, наверное, вот тот. Братуха, а ну дай погонять. Ты видишь, он тоже носит кепки от липована. Так, угу, что, мой друг, захочешь кепку от липована, пиши, так и с этим помогу. Все, братик, на. Скажи уже людям, сколько она стоит, а то бедные спрашивают. Кепка? И... да. Короче, вот такая чисто липованская кепка, мама дорогая такая есть только у меня и будет у тебя. Стоит всего лишь за вот этот вот замечательный труд Алиночки Маршал, который вкладывает в эти кепки свою душу, свое настроение одесское. Ты ее когда одеваешь, все, просто ноги подкашиваются, ты чувствуешь себя одесситом. Где бы ты там ни находился, стоит это все чудо каких-то там $100, ты понимаешь, 120 с отправкой в любую точку мира. 100 для Украины, 120 вся за граница. Такие вещи на седьмом не найдешь. Ты понимаешь, это не кепка, это душа и настроение. Еще и в комплекте с шарфиком. В эти деньги входит коробка эксклюзивная от Липована с автографом, с номером, с шарфиком, с документами, с родословной. Короче, там, с, хотел сказать, с ключами от квартиры. Ага. Ну, а что нет? Может, и как это, и затеряется там. Я, кстати, в этой не искал. Не-не, в этой нету. Но тебе повезет по-любому. Давай, мой друг, пиши. А потом скидывай фотографию. А Липовану уже скидывают по полной программе, да? Да. Куда там последние две уехали, не помнишь? Магнитогорск. Магнитогорск? Что там, получили? Отписываемся. Два фурика. Как у меня! Молодцы, ребята! Это Твикс! Дай-дай-дай-дай! Катюня, ты там снимай аккуратно, но еще и слушай, как шипит картошка, чтобы я это дело сейчас с огурцами не переварил, а то будет пюре с укропчиком. Тоже вкусно. Согласен. Ну, бухтит тебя, бухтит. А ну, пока у тебя бухтит, да я быстренько проверю. Ты побольше возьми. Картофан? Угу. Та-да-да-да-да-да-да-дай. Та-да-да-да-да-да-дай. Не просто ножницы, они еще... Катенька, чтоб ты мне была здорова, иди сюда, я сейчас загоню Хугачи, и ты поймешь. Угу. Таки готово. Горячо? Все, отойди, я вырубаю. А я вырубаю не просто так, я меняю одно чудо на другое. Сковородочка с ароматом яичницы от Светы. Да, чтобы вы понимали, она не просто икрой торгует разного формата. Так еще и яйца у нее там. Мама дорогая, сколько? Вчера жарил, думал, Света, я тебя загоню, короче, этими яйцами в долги. Нет, не справился, короче. Жарил, а яйца у нее еще остались. Родная ты наша, будь ты нам здоровенькая, давай, чтобы у тебя камбала продавалась с утра и до 11. Вот вся, что ты там имеешь. А также все ребята, что есть у вас там, что вы до обеда мне все продали. Давай редисочку быстренько, зелень. Какую редисочку? Подожди, у нас уже картошечка сварилась, давай укропчик. А, шикарный букет. На здоровье! Это за что тебе спасибо сказали? За то, как ты шашлык пожарил. Я что-то хотел сказать. Здрасте! Варганим картошку молодую. Гоняем по укропу сегодня. Да, песня. До скорых. Масличко сливочное имеется. Хороший такой нежадный кусочек. Ну, такие есть куда его отправлять, да? Угу. Все, порядок. Что я еще хотела? Я хотел еще пару бубчиков чеснока бахнуть. Так, я даже долго не буду, просто чвякну.
общем, нормальная домашняя уличная кухня. Ты же знаешь, что это самое вкусное обычно. Это не обычно, это самое вкусное. Нигде в ресторанах такого не увидишь, правильно? Ну чего, в нашем-то увидишь. Ну так я не за наш говорю, я за все остальные. Угу. Пора сказать про Архимус. А я пока делаю, ты сама там порекламируй нас. Не, я не умею. А пошел рекламировать. Заходишь к Липовану на любой ролик, если он, конечно, не касается там привоза или барахолки, и ты все видишь живьем. Да, вот где готовлю. Многие уже были, пробовали. Нет-нет, да, как это... На себя нахватывали ароматы дыма и карася. Ну, уходили все счастливые и довольны. Давай, мой друг, скоро лето, такие увидимся и с тобой. Угу. Привет! Сковородочка там, масочка немножко. Наливаем. Картошечку можно уже сливать. Ах ты! Горячая вода. А ну-ка, шухер. Вот это аромат. Катюня, как раньше, когда болели, дышали картошки, помнишь? Да. Ребята, ловите по аромату молодой картошки. Все для вас, мои хорошие. Так, что еще? Ну погнали, давай наряжать. Чесночок сюда, укропчик весь тоже сюда. Масел. Осталось добавить. Да я помню, ты. Ты. Помощник повара. Ой, вы, извините. Так, везде, 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 везде. Эх ты, чудеса. Все. Ох, красиво? Давай. Угу. Давай я накрываю. И так пусть вот она немножко отдыхает, там это все дело расплавляется. Так, это сюдой, а это сюдой. Так, оператор. Угу. Имею парочку шикарных помидоров черри. Слышь, он делает, так ты шо, елки ты палки. Заехал и выехал. Ух ты, японские чудеса. Конечно, ножи отменные, Марат. Ты молодец, спасибо, у Липована. Такой радости не было, уже и не будет. Хотя мне больше и не надо. Люблю эти ножи, как свои родные. Так, вот так вот. Оператор, а я такой рад, что, короче, у нас есть Архимус. Слушай, такая себе маленькая деревня в городе. Дача, понимаешь? Готовим на природе, блюда получаются просто отменные. И дарим эту радость, да, для тех, у кого нет дачи. Друзьяки, такие вам к нам на канал. Давай, здесь всегда... Как в городе, но не забывай, что ты в деревне, да? Правильно? Правильно. О, давай. Ну, если что-то хочешь, тебя еще добавить. Что ты мне сегодня все тебе отправляешь можно от себя? Ну, хочу, чтобы ты участвовал. Люди тебя любят, наши подписчики. Кому-то ты там сильно болтливая. Кому-то слишком вредная. Слишком вредная. Как ну, там недавно? В основной массе. Ага. Ты, конечно, очень нравишься. И смех твой заводной, и колокольчик. Угу. Главное, чтобы я тебе нравилась, Сережка. Замечательный ты мой человек. Да ты мне нравишься в любое время, даже когда я сплю. Даже когда я бурчу, да? Даже когда ты бурчишь, когда я сплю. Порядок. Что, оператор, дело дошло до редиски, да? Тихо, елки ты палки, береги руки. Ножи, конечно, японские и очень острые. Хочется быстрее тебя покормить, но... Да, вот мне бы тоже хотелось бы еще успеть покушать. Я могу чуть поснимать, и ты можешь немножко редиску погонять. Не, я хочу, как положено, полноценный завтрак. Липована. Да будет тебе, все будет нормально. Осталось буквально чуть-чуть разобраться с редиской. А она, ребята, чтобы вы понимали, просто... Червячок? Обалденный чупа-чупс, да, вот такой вот мед в виде редиски. Так, Катюня, что там с картошкой, полный порядок? Да. Я проверяю. Ой, как пахнет. Извините, ребята, то была осечка. Вот те ароматы. А вот сейчас реально ловите по аромату. Ой, елки-палки. А сжалось все внутри. Так, накрываем, не выветриваем. Это сюда. Масочка порядочек. А ну-ка. Поет масло. Немножечко в муку. Все. Первый пошел.
И ненадолго одарит прибой. Так, и что у нас, вальтом залезет? Конечно, засунем. Аж бегом. Валет дело интересное, да, еще и удобное. Угу. Опача. Нормально. Все, и сковородочка. То, что доктор пописал. Так, Катюшка, все, с редисочкой разобрался. Давай так вот по-домашнему. Лети-ка ты сюда. В нашу тарыляку. Ну что, аля-улю, поехали наряжать. Солька, все на глаз. И еще чуть-чуть немножко. Сахарочек обязательно. И еще немножко больше. Есть такое дело. Чуть было дело не забыла, ты мне не подсказываешь. Куда ж без этого чуда? А? Зелень должна быть там, Катюша? Безусловно. Согласен с тобой. Я как будто бы рекорды пытаюсь поставить со скоростью. Просто оператору надо ехать уже за детками в садик. А я ее голодную не могу отпустить. Поэтому, ребята, вы не думайте, что сейчас видео на перемотке. Я просто немножко ускоряюсь. Все. Так, бабах-трах-бах. Готово? Соль, сахар, зелень. Соевый соус. Я просто люблю. И я люблю. Все, чуть-чуть, немножко, немножко, немножко. Наршраб турецкий. Я его тулю куда угодно. Иногда, ребята, даже чай с ним пью, чтобы вы понимали. Преувеличиваю. Он в любой... Эх ты, партизан. И не забудь поперчить. Все. Шикардос. А маслица? А ты не люблю, когда ты меня торопишь. Ну что поделаешь. Еще и маслечко. Все. Вот теперь точно все? Да. Ну это так порядок. Вкусно. Конечно вкусно, Катюня. Это сногсшибательно. Так, сейчас я его немножечко покувыркаю. Пусть он женится с нашими этими специями, солькой, сахаром. С шарапчиками и со всем остальным. И у меня там, кажется, уже запахло жареной селедкой. Все. Песня. Можем подглянуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая нежная красота. Так, давай сюда. Все, Катюшка почти готова. Это сказка. Оператор? Да. Снимаешь? Вижу, снимаешь. Снимай, моя хорошая. Так. Комфорку выключили. Риба. На, полотенечко достали. Разговаривает селедочка. Угу, со мной. Разговаривает, моя хорошая. Так, еще одна вот тебе говорящая. Это аккуратненько в сторону. Ну так и все, случилось, состоялось. Эх. Боже мой. Сейчас вот так вот ее сделаем. Катюня, снимай внимательно, творится история, чтобы ты понимала. Я рисую картину сейчас. Я бы их все положила, конечно, одной сторонкой. Художник я, понимаешь? Поэтому рисую тоже я. Картофан молодой.
Да ты что, боже мой. Ребята, вот это прелесть. Маслечко с чесночком и укропом. Что? Слюни текут у меня уже. Подальше от моей тарелки, отойди, сейчас, сейчас я буду контрольный. Угу. Хрустящий, вкусный, замечательный салат. Это завтрак или обед? Катюша, не знаю. Если это только мне, то это еще и ужин следующего дня. Угу. Не-не-не, по-братски с тобой поделимся. Как это, начали готовить с утра. Пока тудой-сюдой, там чебуреки, чай, кофе, капучино. Дело дошло и до обеда. Ты с чего начнешь? Отгадай. С картошки. Так, ты не отгадал. Откуда? С картошки. Блин, отгадала. Я вот так вот и хотел это все дело сделать. Ребята, будьте мне здоровенькие. С весной вас, мои хорошие. Короче, головокружение и шикарные вкусовые ощущения. Ух ты, наливается грудь как хорошим шикарным коньяком. Ну, коньяк то такое, а вот это вот таки песня, таки праздник. Салатик, свежак. По-моему, ты остановиться не можешь. Я хочу тебе показать вот эту прелесть. Познакомить тебя с этой, мама дорогая, самой вкусной селедкой в мире. Дунаечкой, свеженькой. Фух, жареной. И очень горячей. Ты готова? Не-не, я не хочу. Кушай. Эх ты, ну я же джентльмен. Спасибо, что предложил. Это без слов. Первое место. Косточки у нее такие маленькие, которые есть там внутри. Я их называю волосиками. Не знаю, как кому, а мне они не мешают. Оператор. Да. Хочу тебе показать новое блюдо. Называется липованский бутерброд. Вот чтобы только рта хватило. Ребята, давайте, от всей души пробую за вас. Помочь тебе запихнуть? Прожевать. Нормально, я в укропе? Нормально. Не в укропе, оператор? Нет, Сережа. Сейчас у меня главный выход. Друзья, чтобы вы мне были здоровенькие, короче, как всегда, от всей души. Где-то нет-нет, да чуть-чуть дурачился. Одесский липован. И готовил вам вкусняшки. Самые, что ни на есть, замечательные. Из Одессы нашей родной мамы. Фух. Давайте, всем пока-пока. Чао.